Это буриме, риторика хип-хопа. Как закалялась сталь, так закалялось слово. Знай, что эти строки не смоют временем, и мы по-прежнему остаемся в деле. Это буриме, риторика хип-хопа. Как закалялась сталь, так закалялось слово. Знай, что эти строки не смоют временем, и мы по-прежнему остаемся в теме. Айе, молодежь, а ну-ка все ушки востро. Как насчет свежей рыбчинки? Все на фестиваль Бурине. Бурине сезон открыт. Хоп, это не прикол, это не джекпот. Всех это ждем. Это образ жизни, которым живет мой народ. Айе, народ, по многочисленным просьбам Буриме 2014 в этом году будет летом, а точнее 21 июня в клубе 11 Эльфа Клаб. Всех ждем. Не дай бог не придете. Я приду сам к вам домой. Друзья, если видите эту бабулю, то значит за вашей спиной Эльфа Клаб. Вы пришли. Кому налить? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Руслан. Вы слушаете рэп? Рэп нет, не слушаю. Шаншончик слушаю. Все, больше ничего не слушаю. Там лесоповал туда-сюда. Понятно. А что такое буриме? Буриме, я не знаю, ко мне подходят и уже кто раз спрашивают, что такое буриме. Я не знаю, что такое буриме. Вы бывали уже на нашем фестивале? Был, да, короче, один раз. В том году. Ну, ни хрена не помню с этого вообще. Пьяный был. В общем, не удалось тебе что? Ну, наоборот, удалось. Ну, я ничего не помню, правда. Но удалось. Ваши пожелания организатору? Ну так вообще ништяк все, ну музычку бы другую там поставить, я не знаю, там Кадышева там, что-то в этом роде. Отлично, а вы понимаете, что это вообще как бы фестиваль русского рэпа? Какая Кадышева? Да, понимаю, ну музычку поменяйте. Все понятно с вами. А именно, в Германии выделили бы какого-нибудь рэп-исполнителя? Бушидо знаю. Русского рэп-исполнителя, извините. А он не русский? Ну, вроде нет. Тогда, не знаю, Эминем. А слышали что-нибудь про треугольник, ребята? Есть братца треугольник? Конечно, треугольник слышал. Квадрат слышал. Круг слышал. Мишка. А, ну и хороший вопрос. Вы случайно не гей? Ты охуел? Подводим черту в нашем диалоге. Что бы вы хотели изменить на нашем фестивале? Организаторы бы я убрал. Вот, потом... А чем он именно вас не устраивает? Что в нем не так? Он меня до этого геем обозвал, блядь. Иди сюда еще. Ребята, все, кто в теме, кто помнит еще бабулю, бабуля в этом году будет на фристайле. Все, кто хочет послушать, как бабуля фристайлит, всех ждем на нашем фестивале. А сейчас заходим в клуб, я покажу, как там что выглядит. Представьтесь, пожалуйста. Здрасте, я бармен. Отличное имя. Слушаете рэп? Да, с детских лет. Можно сказать, с рождения. Что такое буриме? Буриме – это рэп-фестиваль. Я думаю, все знают. Проходит во Франкфурте. Вы были уже на нашем фестивале? Конечно, всегда. С первого раза и всем советую. Это очень здоровское мероприятие, ребят. Что вы пожелаете нашим телезрителям? Собирать вещи и ехать сюда скорее. Просто паковать чемоданы. Потому что может не хватить на всех места. Как вы относитесь к женскому хип-хопу? Как я отношусь к женскому хип-хопу? Никак. Русский рэп в Германии. Вы не находите здесь ничего странного? Нет, наоборот. Это хорошее дело продвигать русский рэп в Германии. Может быть, вы что-нибудь о Хате слышали, ребята из Берлина? Хата вообще из Берлина, нормально рубит. Очень здорово, у них на концертах всегда такой ажиотаж, как бы ребята прыгают, всем весело, здорово. Хата молодцы, Хате просто уважение.
Вы не гей? Чё, блин? Это были мы, риторика хип-хопа. Как закалялась сталь, так закалялось слово. Вуу! Всех ждем на Буриме, народ! Туса будет ништяк. Всех ждем! Это Буриме, риторика хип-хопа. Как закалялась сталь, так закалялось слово. Знай, что эти строки не смоет времени. Мы по-прежнему остаемся в теме.